Таким был этот вторник глазами наших корреспондентов. А какие новости у кировчан и как они провели выходные? Давайте посмотрим. Сегодня я забирала из девятки ТВ сертификат, который выиграла. В церковь ходила, в Трифонов монастырь. Просила благополучия в семье. Мы ходили в гости, с друзьям, с кем не виделись. У нас у ребенка был концерт, посвященный 75-летию Победы. Я была в Санкт-Петербурге, я была за городом, обустраивала дом, деревню. Я был в Сыктывкаре, гулял по Сыктывкару. Сидела с правнуком, занималась вязанием, всякие коврики, салфеточки вяжем. Мы пекли блинов домой, все счастливы, подружкой встретились.